Чистые кабинеты, столовая, спортзал. Сегодня в Злынковской общеобразовательной школе номер один все готово к встрече с учениками. Уже через несколько дней фойе и классные комнаты заполнятся детскими голосами и смехом. Начнется учебный процесс. В этом образовательном учреждении обучается около 350 человек. Два года назад здесь был проведен капитальный ремонт. Готовность школы к предстоящему учебному году проверил лично глава региона. Мы видели готовность именно школы к новому учебному году 2015-2016 года. И учитывая, что вчера мы проводили планерку в администрации Брянской области, где заслушивали и директора департамента, и всех служб, которые сегодня ответственны за подготовку школ к новому учебному году. Вчера отчитали, что 100% нашей школы готовы. Сегодня мы сами увидели это наяву, что действительно это так. В рамках визита в Злынку Александр Богомаз посетил центральную районную больницу. Сегодня здесь работает 18 врачей и 107 медицинских сестер. В ходе диалога говорили о главной проблеме учреждения, об обеспечении кадрами. Укомплектованность кадрами составляет 36%. Но мы привлекаем врачей из других. У нас работают по совместительству много врачей из соседней центральной районной больницы, из Новозыбково. Это у нас, значит, и эндоскопист-врач, и гинеколог, и лор-врач, и рентген-врач, то есть, чтобы не страдало наше население. Глава региона осмотрел новый лечебный корпус центральной районной больницы. Он был построен в 2013 году взамен старого деревянного здания. Сегодня здесь разместились детское отделение и лаборатория. Также Александр Богомаз побывал в расположенном рядом здании поликлиники. Кристина Процхилова, Владимир Сидоров. События Злынка.